Здравствуйте, драгоценные мои друзья. Ну вот еще показатели отливки. Видите, здесь на человека стоит печать. Печать, которую, в общем-то, поставила, ну, близкий человек поставил. Близкий человек, который одержим. И он, можно сказать, своих. Видите, здесь вот над головой, видите, фигуры. Три лица, видите, как бесы прямо сидят. Вот это верхнее. А под ними вот эта свинцовая печать. И здесь тоже лицо той, кто поставил эту печать, и вот прямо черепа, духи, которые соблюдают, держат эту печать. И, конечно, у человека ничего не складывается, ни в жизни все. Бесы просто крутят и вертят. Видите, и пак закрыт здесь, иглы натыканы. То есть яркий пример, да, вот когда родственники, близкие родственники отдают в жертву, потому что сами являются одержимыми, отдают своих близких тоже как корм тем бесам, которые всю жизнь их пожирали. Вот это родовая такая печать, перенная порода. Все драгоценное, пока, счастливо.